Избитый житель Астаны больше не имеет претензий к Айрату Жамалиеву. Пострадавший обратился в полицию с просьбой прекратить расследование. Теперь решение о дальнейшей судьбе Жамалиева примут по итогам досудебного разбирательства по статье «Хулиганство». В новую криминальную историю Кайрат Жамалиев попал после обращения 36-летнего гражданина с заявлением об избиении неизвестными 18 ноября. Полиции удалось задержать хулиганов. Среди подозреваемых оказался и Кайрат Жамалиев. Он дал признательные показания и подписку о невыезде. Стоит напомнить, что всеобщую славу Жамалиев получил после дела алиби. В августе 2015 года его приговорили к 13 годам тюрьмы за избиение молодого человека Алиби Джумагулова. Позже ему сократили срок до 7 лет, а этим летом он и вовсе вышел на свободу, заплатив штраф меньше 900 тысяч тенге.